Собаки появились. Белок появился, ничего с навигатором. Собаки включились только на 100 метров. Около 200. Так, связь потеряна. Каюр злато работает, не бросает. Уже минут 40. Мучит. 800 метров. Было 840. Сейчас попробую подойти. Белка лает. Белкуня. Белкуня лает. Наверх ловит на елку. Может, куница. Наверх ловит, пойдем. Все. На березу, Тань. Оба работают. Смотри теперь по верхам. Смотрим все ветки. Сейчас я просвечу тепляком ее. С навигацией, блядь. Белку не появилось. Что-то сегодня ли аномалия какая-то. Собаки даже в 200 метрах пропадают. Только рядом видно. И периодически, да, моргают. Опять шли в ремонт. Как сезон, так у меня начинается.
Вчера нормально было. 2,5 километра, и это. А здесь что-то моргало какое-то. Может, рэпы работают. А может, глушилки, Тань? Они тут же вот этот, диагностику проводили рэпов. Ну, я с ребятами-то. Они проверяли, чтобы сигнал давить. Красивые елки. Я не знаю даже, как телефон держать ниже, что-то совсем. Держу перед носом в динамик. И уже много дебилов, ну или не дегенератов, заблокировал про отдышку. Потому что у меня держу на уровне носа экран высоко, то чтобы был ракурс нормальный. Получается, что у меня дыхание идет прям в динамик. И я этих дураков, недоделанных диванных, блокирую. Как им объяснить еще, я не знаю. Так что, как всегда, у нас диванные эксперты с такой одышкой на охоту. А вы сами представьте, я прохожу по 12, по 15 километров с такой одышкой. Как вы думаете, человек бы помер уже давно, наверное, да, больной с одышкой? Ну, вот то-то же. Делайте выводы заключения, дебилоиды. Как я вас люблю, вы знаете, всем сердцем и душой. Всеми теплыми объятиями. Таня, собирай на суп. Собирай на суп. Смотри, сколько много. Красивенький, синенький. Это как раз через неделю проснемся, наверное. И не дыши. Елка красивая, видишь? Угу. Да, Каю. Сейчас просветим. Белочка, да? Она вся горит тепловизором. Елка теплая, деревья теплые. Белкуня в потерянной связи. Говорю, навигация здесь вообще шурует. Мам, не горюй. Сейчас просвечу. Найду место. Наблюдаю, может, скаканет где. Такие елки красивые, что их никто не простучит. Подожди. Опа. Она слушает. Они же слухом берут тоже. Да нет, там она пустая. Я не слушаю. Проверили. О, шестилетний. Все. Да, вверх, вниз, все ему надо. Все надо успеть. А? Такая елка. А навигации их нет. Белку у него 238 метров. Еще как-то. Этого. Белка не пошла. 560. Главное, метраж какой-то показывает, а собак не показывает. Я думаю, что это глушит, но. Надо пробовать опять в другом месте. Так как телефон-то держать, не дышать-то нам. То дебилы, блядь, возбуждаются, ну. Отдышка, блядь, хуишка. Отрыжка, блядь. Ох, комнатные, блядь, бесхребетные, сука. Жители Ютуба, блядь, диванные особи, блядь. Бесполезные существа, блядь. Нашей России, блядь.
матушки. Вся держит всех, и хороших, и дебилов, блядь. Кого только нет в Ютубе. Каждой масти попасть, блядь. Та, не дыши. Давай пернуть ему в микрофон нахуй. Скажи, да, все, не удержание, ну. Вам надо обратиться к врачу, блядь. Мы тут все, сразу все доктора. К урологу, нахуй. Как стройка идет, все строители, нахуй. Как, какая тема, лечение, все лечат, нахуй. Ой, бля, клиника, сука. Все, никого нет, она у них. Все пропали, нахуй. Давай понаблюдаем, что-то там в актив пошли все. Идем к ним, тогда через дачу придется возвращаться. Там будет ближе. Белку не появилось. Как стало меньше 300 метров, появился на связи. Я думаю, что глушилки работают. А это знаки-вопросики. Главное, метраж меняется, а собак самих нет. Белка опять пропала, за 300 ушла. Метраж, да, я вот сейчас смотрю. Метраж меняется чуть-чуть. А собак нет на экране. Значит, правда, глушилки стоят. Но я сразу Владимиру написал, что он скажет в Москву. Бросили, не? Не. Так и орут. Каюр. Чуть подальше. Это каюр с выпадом одиночными. Угу. Да, снег, дождь был. Ой, с утра. Сейчас солнышко чуть-чуть. Хорошо. Навигации толком. Нас глушат по полной. Прошли 500 метров, а все не еще дальше и дальше. Еще 300. Стойки наверх. Вот чуть за 300 уходит навигатор, он включается. Вот дорога, кварталка. Я думал, они здесь были по навигатору. Они еще 300 метров. Да. Та, не дыши. Слышно твое дыхание. Ох, воды налило. Вот он. А я не пойму, он там на кварталке что сделано-то. Чума. Вот на этой стороне я белый ношу. Тань, ты пройдешь? Ну, конечно. Это Юрка лезет. Да, вот здесь белый ношу. Что-то она угнала вообще подальше. Так, это попил опять в работу. Триста десять метров, она на связи. Еще дорога. А по ней уже давно никто не ездил. Работает. 249 метров. Да уже 700 прошли. 780. Три семерки было, да? Может, кого преследует? Не, каюр лося бы не бросил. Там кто его знает. Да, люди интересные, да? Угу. Человек 100 километров в день проходит. Неужели толстый с одышкой, жирный, да? Который еле помирает, да? От дивана до холодильника. Он проходил бы по 10, 12, пусть даже по 5 километров. 5 туда, 5 обратно. Я не знаю, будет врать компас.
Ой, сейчас путевой компас, сколько мы уже, если он будет, конечно, при такой давлении, что нас глушит. Так, ну вот чуть-чуть пути, ну и то не, они веру нас глушат. 3360 мы больше прошли, мы только два конца уже сделали, километр по полтора там только. Ну видишь, он заглушает и все, и он уже точные данные не показывает, как и собак также. Они то есть, то нету. Где же он покажет-то, когда рэпы работают, то есть что там система подавления. Кто? А, пусть летят. Желательно не впустую. Пусть отбомбят. Тебе не кажется, она смещается? Вот, по прямой. Охотимся слепой, Белкунь еще вроде рядом. А эти все. Нас глушат. Как без собак. Только, ну как по старинке. Лай услышал, пошел. А у машины сиди до последнего, до ночи. Пришли, пришли. Нет, постелил. Как я раньше, у меня видосы такие есть. А, да, лайма. Стелил, помнишь такие видосы? Тряпку, буханку хлеб там, горбуху какую. Всю ихнюю тряпку белую там у меня была постелена, что-то там в этом зеленом тогда, Great Wall, дире, джипе в этом. И все, они, запахи ихние. Потом соломку стал выгребать. Когда солом начал стелить. Все, по кустам спрятанные, да? Чтобы их никто... Да-да, чтобы никто их не нашел. А, да. Лаймы лежат в кустах, все в репье. Ой, бля. Вот охотники. А эти спринтеры, блядь, я не знаю. Энерджайзеры, блядь. Одна белка. На этом, на своей волне. Так, нам сейчас надо будет налево. Ой, блядь. Поедем сейчас в транспортную, заедем. Ой, лавочка сделана. Хочешь посидеть? Я тебе сейчас сфотографируюсь, хочешь на память. Что ты в лесу, в Хуево-Кукуево, от дома... Сидишь на лавке в лесу, ждешь маршрутку. Да, да, да. Я специально разделил это. Видос, чтобы ты себе захочешь, наверное, взять. Да, да, кварталка. Ох ты, ёж. Рут, но я уже не пойду, все. Бел! Белкунь 140. Вот! Давай, 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 пойдем. Я загоняла на меня этими километрами уже. Злата. Без навигации, как этот, уже не беспривычно, непривычно по старинке налаете. Это нескончаемые километры. Навигатор работает после 300 метров. 300, 260, а потом все, связь пропадает. То есть собаки вот потеряны, 452 потеряны. Не факт, что будет 700-800. Вот она, блядь, на своей волне. Пойдем. Меняю белку, злату, ой, чезу. Основные у меня каюр и злата. А эти попериодически, потому что ошейников больше нет, три ошейника. Был бы четвертый, я бы, конечно, всех четверых брал, но это не собрать собак. Скоро парами буду брать, разбивать. Что-то нет грибов? Ну и где мухоморы, там и белые. Во-во-во, там сейчас березки, вон елочки. Вот такой он березняк, это можно брать, бекуничку-то. Давай, вся надежа на суп на тебя. Нет, будем из вологодских сухих варить того года. Что-нибудь надо похлебку сделать. А, на печень достал.
лосины. Будет там что-то делать. Быстроганов или что-то. В белом соусе. Печень. Там сметана, майонез, не знаю, что там будет. С лучком. Со всеми делами. Я сам-то не готовлю особо для себя. Все, когда гости приедут, когда сбор охотников, чтобы все всегда было. Сейчас автоклав у меня заказан в сентябре еще. Ой, не, в начале октября. Фух. Чтобы мясо не лежало, не морозилось, только суповые пусть. Остальное буду делать кашу, тушенку и каша. Гороховая каша, рисовая, гречневая каша с мясом. И в автоклаве буду все закручивать. Это лучше всего. Вот солнышко вышло. Они орут, работают, но навигатор не показывает. Все. Вот так нас глушат. Сегодня может глушит, а завтра здесь может и не глушить. Все может быть. Впереди дачи. Ой. Вот так вот. Дубы и дубы. Листья дубовых сколько. Ой. Кабанам еда. Давай, давай, шуруй. А показывал 346 метров, представляешь? И он по-другому, раз, 55. А был 346. Представляешь, как нас в заблуждение вводят электронные войны. Молодцы. Оборонка работает. Все во благо россиян. Мы к этому относимся спокойно и с пониманием, правильно? А? Да-да, я. Я, sehr gut. Meine kleine. Guten Tag. Хотя французиш учил. Что? Meine Mutter ist die Beste. Это полный фантастиш, нахуй. Да, сейчас да. Злата, километр 0,60. Пойдем. За мной. Пойдем к машине. Закружим. Все как всегда. Ой. Златку мы теперь не увидим, пока она не придет меньше 300 метров. Вот так вот. Ну. Знаешь, сколько каюр всего прошел? 5 километров. Ты веришь в это? Нет. Угу. Вот про то же. Мы около десятки только прошли. 10 точно. А они километров по 15 намотали. А потому что навигация не работает. Все по нулям. Вслепую, по стариночке. Ай, солнышко, красота. Где-то идет. Ага, на подходе. Что? Где Злата? Каюр, ты сюда ударь тоже. Сейчас появится. Так чуть правее можешь пройти. Вот здесь, наверное, пройдет над полем. В сторону поселка идет, а? Далеке будет. Вон. Обычный миг. Вправо. Вправо ниже. Он невысоко идет.
Тут каждый день такая фигня. Туда-сюда, обратно. Им приятно, и нам спокойно. Ждем Злату. Златка, Златка, шоколадка. Какая у меня антенниус. Перебивает даже глушилки. Пошла вдоль Денежникова. Ну, деревню бросил, вдоль деревни. Шурует. Шурует на то место, откуда ушла, как положено, лайки. Ладно, с Мишей пообщался, сто лет не видел егеря-то. Да, два теленка, где они? Говорю, вон там, там они. А что, кормежки, говорит, хватай. Ладно, третьего будут гонять они. Ну, мы сами, тоже с усами. Будем преследовать, сопровождать Злату до места десантирования. Ох, вязкая по этой пушнине, блин. Белочки, стрелочки, конички. Белые лошадки, облака. Белокрылые лошадки. 174, так. Все обманчиво, 177. На подходе. Белодонна. Ой, блядь, белая. Белая лайка. Название. Была лайка. Ой, Златка. Пришлось приехать туда, откуда ушли. Где-то отсюда режет, что ли. Не пойму. Навигатор вообще показывает, крутится, вертится. Это вообще это что-то с чем-то. Вот это вот работает система. А, вон она, по дороге. Златка! Злата, по дороге бежит. Пришла, откуда ушла. Вот она, рабочая душа моя. Ай, ты молодец. Ну, пойди ко мне. Я тебя слышал, да, но я не пошел уже в тот раз. Да? Иди. Вон они, две персоны. Да, предводить команчи, да. Сейчас была бы честно, она бы тебя зацеловала. Да. Я и нюхала, где ты была, что ты была. О, все сырое. То снег, то дождь, то ливень проливной. Когда друзья мои преданные со мной, да? Ладно, с Игорем пообщался. Рассказали друг другу, кто что видел, где кто был. А ты, говорит, твои следы, да, были? Я говорю, мои, я был. Он говорит, я думаю, что за следы? Ну ладно. Молодец. Умничка. Все, поехали домой. Отработал, слышал, работал, но уже сил нет. Мы столько целый день. Все, поехали.